Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем играть в Warhammer 40 тысяч Звездный десант. Нам нужно выбраться из канализации. Мы одни. Я слышу кучу орков. Один вообще разбился, падает, что ли? Такое. Да хорош, ну. Ох ты! Вызывали десант. Там один паразит стоит. Уничтожен космодесант! Сейчас рахнет! Он что там, встал, что ли? Понял, никто там не вставал.
Это неожиданно было. Блин, все темнее и темнее становится. Пошло, Мочилово. Что-то я не пойму, куда идти. Ау. Но это я пришел в самое начало. Нет? Давай. Он еще стоит. Такие модельки багнутые вообще. Ух, ни хрена себе. Давай драться! Ух ты! Нифига себе! Я его убил! Блин, меня этот орк заковырял. Не говорите, что с самого начала. Блин. Не будем тратить гранаты пока. Так, ну этот опять застрял здесь, понятно. А, вон там бочки еще. Yeah.
шпоном. Мать. Бей его. Ох, что ты с ним сделал. Это жестко. Сюда, а там откуда они пришли, что есть? Башка. Напугал, блин. О! Умри же! Адептус Астартес распознан. Орден ультрамаринов. Доступ разрешен. Открыт метальган. Метальган модели Вулкан стреляет молекулярно разогретыми сгустками. Понятно. Даже здесь техножрецы чтут повелителя машин. Блин, вместо снайперки он теперь один из десяти. Я что-то не понимаю, что произошло, почему я... По идее, орков должно вообще это напугать, не? Установим хпшечку. Ух ты! Так, ну-ка проверим вот это.
Что там происходит такое? Ну, вроде как я выбрался из каналии. Или все еще нет? Он вообще убивает кого-нибудь? Смотри, один не смог убежать. Блин, надо было, наверное, снайперку свою-то оставлять. Я не пойму, как он стреляет. Ну, снайперка покруче, на самом деле. Мне так кажется. Адептус Астартес распознан. Исключительная ярость разблокирована. Доступ разрешен. Снижение ярости при активном режиме... Какой Enter? Я на джойстике играю. Enter. Лазим здесь, парни. Вообще ничего-то не понимаю, что происходит. Блин, вот сейчас как раз снайперка бы пригодилась. Очень сильно, черт побери. С тобой мы так разберемся. Тихо. Каких людей? Я здесь один. Давай. Блин, хочу обратно снайперку взять, короче. Как он по мне попадает, а я по нему нет? Кто мне скажет? Еще одна дрянь стоит. Собачка бежит. Воу. Удачно попал. Дрянь такая накидывает.
прячьтесь! Не, ну, ребят, вы вообще не серьезные. Так, мне нужны припасы. Мне нужны припасы, срочно припасы. Не вижу никаких припасов. Да. А вот и мои ребята. Капитан Тит, рад встрече. Есть идея, где мы? Мы должны быть в жопе. Точки выхода на поверхность. Воздух здесь менее спёртый. Тоннели меня уже достали. Надо выбираться и успеть найти инквизитора до орков. Да я уж с ним встречался. Вот этот вот чувак самый такой неприятный. Так, там собачки побежали. Ну, я думаю, эти разберутся с ними. Вон она наверх побежала. Да, эти, конечно, не стреляют. Ой-ой-ой, что происходит? Откуда стреляют? Это не стреляющий. Вот. Ну, может, убьете его, не? Парни. Алло. Грязная работа какая-то. Так, что у нас тут? Ничего. Блин, приходится теперь без снайперки. А, просто стоят такие на пофиг вообще. Барабану. Так, патрончики. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это чувак. Блин. Пацаны тут прессуют. Где-то еще там, который взрывается. Вон он, вон он, вон он. Зеленая мразь даже обеспечила нам проход. Зеленая мразь. Патронов не будет, да, я смотрю? Понятно. Можно из пистолетика пострелять тогда.
Хотя, может быть, сейчас будет припас. Наконец-то, путь на поверхность. Вообще, как обвалится все это. Подожди. Не сильно чище, чем внизу. Что сейчас тут? У нас хотя бы над головой небо. Наше место встречи в той стороне. Да я понял, что надо с ним встретиться. Стоп, куда идти-то? А, пардон, парни. Чего орки хотели добиться, убив всех этих несчастных? Сейте ужас. Деморализуйте ополчение. Жестоко, но эффективно. Это не стратегия войны. Для орков это спорт. А для нас? Спускаемся. Медикаменты полностью израсходованы. Какие, блин, танки бегают. О, может, здесь мне дадут снайперку обратно. Их еще миллионы. Наш план не изменен. Вывести из этого мира Инквизитора и Источник. Источник у меня, да? Тит, если они захватят мануфакторий, мы их будем 100 лет оттуда выковыривать. Мы ультрамарины. Орки для нас не проблема. Путь у нас неделя, возможно. Но к тому времени орки уже сумеют понять, как разбирать титанов. Космодесантник опознан. Доступ разрешен. Так, мельтаган, это что? Вот это, да? Лазерная пушка. Вот лазерная пушка, я думаю. О! Вот. Снайперка. Самое оно. О-о-ау. Сотах ракетные установки орков. Убил, да? Не попал. Черт, мне плохо. Блин, мне вообще каюк похудел. Убил. Да попади ты. Нет патронов. Чего по ним стрелять-то, я даже не знаю. Да я жесть. Никогда не забывать, ничего не прощать. Космодесантник опознан. Доступ разрешен.
еще степень приближения есть. А, вот так вот даже, ух ты. Я понял, я понял. На высотах ракетные установки Орка. По-моему, это был залп по мне, да? Просто насквозь вообще шьется. Космодесантник. Один патрон. Давай, щит, восстанавливайся. Почему по мне хреначит? Кто знает. Центр эвакуации Тета уже не является надежным убежищем. Сохраняйте спокойствие. У меня нет патронов, блин. Ксеносы не оставили целым ни одно строение. Залив все кровью. Отсутствие на рабочем месте недопустимо. Нарушители пройдут курс воспитательной терапии. Дайте хоть патроны-то, ё-моё. Так, я вижу патроны. Зеленокожие! Это космодесант! Ура, патрошки. Вот что я взял. О, я взял снайперку обратно, отлично. Ну, продолжить я предлагаю в следующей серии. А, вам спасибо. Сейчас, подождите.
вылезай, гад. Нифига он накидывает. Чё ж все по мне-то? Он что там лежал? Ну сейчас точно закончу, когда стрелял по ним по всем. Продолжим в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки. Всем пока.